11 видеокамер, следящих за движением на трассах, столько же метеокомплексов с возможностью прогноза погоды на несколько дней вперед и сотни единиц дорожной техники, оснащенных системой ГЛОНАСС. Вот так во всеоружие алтайские дорожники приготовились встречать зиму. У нас есть ресурс, есть возможность, значит, прогнозировать развитие событий, то есть дорожно-климатические условия. Вот. Ну, прогноз, скажем так, на ближайшие трое суток можно смотреть, который с высокой долей вероятности. Все сигналы с дорожной техники и видеокамер поступают в единую диспетчерскую службу. Они незамедлительно обрабатываются. Диспетчеры обладают прямой круглосуточной связью со всеми оперативными службами края – МЧС и ГИБДД. В частности, к работе на самых проблемных участках дорог 9 районов края уже готово 177 единиц техники Юго-Восточного ДСУ. Это дорожно-строительное управление отвечает за 2500 дорог и 130 километров федеральной трассы. Если погодные условия нам не дают привести в соответствие трассу в течение дня, в течение суток, то переходим и на вторые сутки, и на третьи, обеспечиваем двухсменную работу. В целом, в Алтайском крае для борьбы с наледью и снежными заносами заготовили более 60 тысяч тонн пескосоляной смеси и более 1000 единиц снегоуборочной техники. И самое время. Уже сегодня синоптики региона прогнозируют снегопад и пасмурную погоду. Владислав Кириенко, Роман Хайрулин. Новости.